В российском индексе научного цитирования в области экономики работы Георгия Клейнера уже много лет занимают первое место. Именно поэтому открытая лекция, с которой он выступил в Казанском федеральном, вызвала такой большой интерес. Ученый напомнил, что современная экономика представляет собой сочетание абсолютно разных сущностей – экономическую теорию, экономическую политику и реальную экономическую практику. Также на своей лекции Георгий Клейнер постарался найти ответ на вопрос, откуда в Кодексе Российской Федерации взялось утверждение об обязанности предпринимателя максимизировать прибыль. Откуда это взято? Простите, может, она максимизирует доход, может, она максимизирует зарплату? Ответ из экономической теории, из неоклассической теории, которая доминировала в течение большей части 20 века. Георгий Клейнер утверждает, что самые сложные, на первый взгляд, теоретические проблемы имеют непосредственную связь с экономической и управленческой реальностью. Он обратил внимание слушателей на важность комплексного открытого мировоззрения, которое является фундаментом успешной профессиональной и предпринимательской деятельности современного человека. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.